Всем привет! Сегодня мы вам покажем от Спайнтура очень большую квартиру. Находится в 10 минутах ходьбы от центра. Квартира находится на первом этаже, как вы видите, с лифтом. Заходим. Построенных 179 квадратных метров. 4 комнаты, 2 туалета. Дверь хорошая. Проходим дальше. Коридор очень широкий. Поворачиваем налево. Шифоньер. И как вы видите, по глубине до стенки места очень много. Проходим прямо. По левой стороне у нас первая комната, самая маленькая. Самая маленькая, но, как вы можете увидеть, двойная кровать влезет. На сегодняшний день это большая редкость, чтобы на первом этаже был внутренний двор от квартиры. То есть это, можно сказать, так, терраса. Сейчас мы ее увидим. Проходим дальше. Встроенный шкаф. Встроенный шкаф толщины полностью до конца стенки. Так что глубокий, хороший, большой. Проходим дальше. Опять по левой стороне у нас кухня. Маленькая кухня. Под реформу. Как вы видите, мебель старая. Дом 81-го года. Но для семьи, я думаю, хватит. Заходим сейчас на террасу, которую можно пройти через кухню. Обогреватель газ, то есть по-испански бутано. Вот, тут хозяева поставили свое дерево. Квартира сейчас чуть-чуть не убрана, так как хозяева приехали недавно из отпуска. Но ничего, самое главное, что квартира очень большая, просторная. Вон у соседей тоже поставили уже климолит. Квартира там тоже большая. Так, тут окна выходят в еще одну комнатку маленькую. Я вам ее покажу сейчас. Проходим дальше, через кухню опять. Выходим в проход, через проход заходим в большой зал. Около 30 квадратных метров. Как видим, квартирка под реформу. Но много делать тут не надо. Окна металлические. Дают на соседнюю улицу. Как вы видите, уличка спокойная, хотя и находимся близко к центру. И это первый этаж. Послушайте, ничего не слышно. Рядом находятся все супермаркеты, аптеки, школы, все что хотите. А большой торговый центр, Ашан, Плаза Мар 2, все находится близко. Проходим дальше. Сейчас я вам покажу все остальные две комнаты. Поворачиваем направо. Проходим во вторую комнату. Комната большая. Хотя хозяин говорит, это вторая комната самая маленькая. Так что представьте. Влезет двойная кровать. Шифоньер и все, что надо для нормальной комнаты. Выходит тоже на ту же улицу, где и зал, спокойно. Вот, тут у нас висит кондиционер. Проходим дальше. Выходим из второй комнаты. Поворачиваем направо. Тут у нас туалет. Полный санузел, ванная,
хорошем состоянии, неплохо. Двери, кстати, старые, но в хорошем состоянии. Проходим дальше. Заходим в третью большую комнату. Очень большая комната со своим шифонером. Как вы видите, кровать громадная. Эту комнату хозяин дал своей маленькой пятилетней дочке. Так что я думаю, это самый счастливый пятилетний человек в мире, потому что у нее самая большая комната. Окна дают также во внутренний двор, террасу. Проходим дальше. Сейчас мы посмотрим четвертую и последнюю комнату, которой привязан свой санузел. По левой стороне комната, тоже большая, влезет двухспальная кровать, пол поменяли. Окна тоже дают во внутренний двор. Проходим дальше. Тут есть место для своих шифонеров. Вот есть маленький встроенный шифонер и еще один большой. И тут же еще один санузел со своей ванной. В неплохом состоянии, но, конечно, это на взгляд уже каждого, кому как нравится. Надо все чистить, перекрашивать. Но квартира, входишь и живешь. Тут ничего больше не надо делать. Так что вот так, друзья. Почти 180 квадратных метров построенных. С террасой, первый этаж. С лифтом. И еще в придачу паркинг в этом же доме. Очень большая квартира. Находится в 10 минутах от центра. Спасибо большое всем за просмотр, заявочки на наш сайт Spine Tour. Всем пока.